Дальше у нас так, охрана труда. А что охрана труда? Что охрана труда? 10 лет, ни одного несчастного случая. Нашему инспектору уже делать нечего. Уволиться собирается. Байкалина, дорогая, успокойтесь. Подождите. А как услышали? Каждое заседание. Одно по одному, одно по одному. А давайте смотрим кому-нибудь. Давайте, Виктор, у него не длинные, давай. Так, а что у нас по поездке следующее? Социальная работа, как поставлена? Что социальная работа? Антон Байкалович, вы знаете, такая ситуация сложилась неприятная. Беременную я не понимаю, куда мне ехать, в какой санаторий, в профилакторий, в конце концов, в Париж, в Испанию, а квартиру, что делать? Ребенок еще не родился, ремонт уже в 5. Дорогая моя, успокойтесь, что нельзя нервничать. Дайте воды в конце концов. Мы уже с Альфоном Енисеевичем все записали, что нам нужно нанять нескольких психологов, чтобы у нас проблемы какие-то. Все, так, следующая повестка у нас — взаимодействие с органами власти. Мы вас слушаем, какие у вас проблемы? Опять звонит, сейчас, секундочку. Я занят, перезвони. Губернатор звонил опять. Может, примем его в профсоюз? Слушайте, да давайте уже снимем его. Сейчас я позвоню, 2 минуты и снимем. Вчера вообще с моим слесарем даже не поздоровался. Так, успокойтесь. Давайте мы... У нас вообще сегодня положительный повод. Повод у нас положительный. 35 лет Виктор вышел на пенсию. А я давно говорил, Витя, надо выйти. Дорогие друзья, мы попытались представить, как мог бы выглядеть профсоюз нашего будущего. Мы знаем, куда нам с вами стоит стремиться, какими быть и какими дороги выбирать. Но одно мы знаем точно. Главное – это наша команда. Потому что пока мы едины, мы непобедимы!